Отдельно я еще хотела сказать про эфирные масла дотеровские, которыми я пользуюсь уже много лет, уже будет 6 или 7 лет. Зачем добавлять эфирные масла в продукты? Да, потому что все знают, что ими можно дышать. И вот, пожалуйста, несколько масел, которые я люблю добавлять в пищу. Масло лимона. Это хороший очень детоксикант. Он насыщает кровь кислородом. И также все эфирные масла цитрусовые – это защита от вирусов. Апельсина – аромат абсолютного счастья. Очень вкусно сочетается вкус апельсина и шоколада. Как кэроба, так и какао. Тонус – нормализация давления. Антидепрессант очень мощный. Лайм освежает, очищает кожу. Кстати, в шоколад добавлять эфирные масла цитрусовые – это классная находка. Почему? Потому что можно добавлять цедру. Да? Кстати, я цедру не написала в добавках, но не всегда она может быть под рукой. Это раз. Детям может не понравиться, например, цедры. А вот мякоть никак не добавишь, только если высушить. Да? Кстати, вкусно в шоколад, когда добавляют кусочки цукатов из апельсина или лимона, да, из апельсина особенно. Но их нужно уметь готовить, цукаты, да. А здесь вот взял эфирное масло, одну каплю, и все, здорово, и добавил. Вот, лайм очень вкусно тоже, особенно в сочетании с апельсином. Освежает, очищает кожу, придает неповторимые вкусы напиткам. Лайм очень прекрасно сочетается. Шоколад с лаймом, это тоже... С лаймом можно сочетать с мятой. Цитрусовые с мятой очень хорошо сочетаются, здорово. Вот. Мята перечная хорошо идет в такие десерты. Мята садовая. Черный, розовый перец, имбирь, мандарин, лаванда, герань, корица, кардамон. Это не все масла, то есть можно очень много попробовать и различных масел, специй. И есть еще другие цитрусовые. Хотела еще вам рассказать о том, что эфиры – это 10 в одном. Ну, очень кратко. Это и вкусы в пище, и от переедания есть смеси специальные. И воду можно пить с эфирами. Антистресс, релакс, фокус, концентрация, исцеление. То есть, как лекарство мы их используем. Движение, энергия. Когда застой, есть эфиры, например, хвойные, когда вы сразу начинаете из лени выходить. Ну, и цитрусовые, да, и мята. Красота, косметология вместо дорогих кремов и всяких подтяжек, операций, ботоксов. Это парфюм экологичный, без спирта, да, который не забивает нос. Поддержание либидо, обучение взаимодействия с людьми через эфиры. Для кого-то профессия, деньги, безопасность, самовыражение, как для меня это тоже. Поэтому я очень рекомендую тоже, как один из способов избавления от зависимости, взять какую-то, один из вот этих 10 плюсов от эфиров, потому что это очень действительно сатвичный способ.